Здравствуйте, друзья! Этот ролик, он еще и как предупреждение, чтобы вы обращали внимание, ребят. Иногда случается так, что у собаки идет отторжение любых швов. За 18 лет, ребята, у меня такое случилось всего второй раз. Первый раз это была слепая Альма, которую пришлось резать чуть ли не на 4 части, чтобы вычистить все вот эти свищи. А теперь, ребята, Фанта. Она перенесла уже у нас 2 операции, но сегодня сделали последнюю. С надеждой, что все-таки все улучшится. Мне просто жалко очень ребенка. Ребята, мы 3 месяца пытаемся убрать свищи, а они открываются то с одного бока, то с другого. А главное, что никак не можем найти причину. Какие нитки были, все поубирали в ранах. Внутри еще раз девочку осмотрели. Сейчас, ребята, был еще один, ну просто крик о помощи, спасите. И ребенок опять перенес операцию. Она хорошая, добрая, ласковая. Это особенность организма. А врачи замечательные, хорошие. Они делают все. Но ребенку не помогают ни антибиотики. Пришлось еще раз иссекать вот эти свищевые каналы. Помочь можно только хирургически. Потому что все, что можно было использовать, все мази, все промывания, мы все использовали за эти месяцы. Я благодарю вас, друзья, за то, что вы с нами. За то, что поддерживали нас и помогали. И я надеюсь, вместе с вашей верой и надеждой, что Фанта поправится. И если кто-то может молиться, ребят, я прошу вас, помолитесь. Пожалуйста. Фанта чудесный ребенок. И мы нуждаемся в вашей поддержке. Ролик грустный. Но он сделан с надеждой и с верой, что все обязательно будет хорошо. Доброго здоровья вам, мои хорошие. Никогда не болейте. Ни вы, ни ваши родные и близкие. Обнимите лишний раз вашего питомца и поцелуйте его. Погладьте. Дайте ему что-нибудь вкусненькое. И ваше тепло, оно разольется и присоединиться к нам. Пишите, ставьте лайки. Помогайте, кто как может, ребят. Это приют. Он огромен. И ваша поддержка нам нужна не только каждый день, а, наверное, каждый час, каждую минуту. Спасибо за то, что вы с нами. Спасибо. Thank you.
Thank you.